Глава Нарьян-Мара Олег Белак отчитался перед депутатами горсовета о своей работе и работе администрации муниципалитета за 2017 год. В своем докладе он отметил наиболее важные аспекты, рассказал о бюджетной политике муниципалитета, о работе 5 подведомственных предприятий и учреждений, благоустройстве города, первых итогах реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды, сносе ветхого жилья, работе с молодежью, поддержке предпринимателей и о трудностях, которые есть в муниципалитете на сегодняшний день. Из чего складывается бюджет муниципалитета и на что расходовались средства, глава Нарьян-Мара начал свой доклад с бюджетной части. Приоритеты в части формирования и расходования городской казны в 2017 году был отдан тем сферам, которые непосредственно определяют качество жизни нарьян-марцев. Привлечение кредитных ресурсов на наиболее выгодных условиях позволило городскому бюджету погасить долговое обязательство прошлых лет и сэкономить почти 4 миллиона рублей. Объем муниципального долга составил на начало 2018 года 65 миллионов рублей. А вот в части собираемости налогов отмечается тенденция к снижению. Налог на доходы физических лиц составляет 80% городской казны. Снижение численности работающих в организациях, снижение уровня заработной платы привели к снижению поступления НДФЛ, что не способствует укреплению доходной базы муниципалитета, отметил мэр. Ну давайте мы отнесемся к городу Нарьян-Мару как административному центру столицы. У меня просто большая просьба, да, то есть мы пересмотрели то же самое наш, как на практике города Архангельска, города Северодвинска, города Котласа. То есть наши соседи, у них отличается налоговая сумма обложения НДФЛ от других поселений. Кроме того, глава муниципалитета рассказал о работе 5 городских предприятий и проблемах, с которыми они сталкиваются. В частности, это критический износ городских коммунальных трасс и автотранспорта в АТП. Недостаточное оснащение техникой чистого города, а иногда и законодательное разграничение полномочий. У нас существуют земельные участки, которые не относятся к категории городских земель, где чистый город может убрать мусор. Хотя фактически он это сделать может. Но, сделав это, он нарушит бюджетный кодекс, потому что это было сделано не на земле города. Отмечая первые итоги реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды, мэр акцентировал внимание на том, что направления подразумевают участие не только муниципальных властей, но и самих жителей городских районов. В этой части возникает недопонимание. Формируя городские участки, будь то Швецовая, который здесь, допустим, вошел, или строительная, да, то есть мы получаем некий другой эффект, когда люди вдруг потом обращаются, что площадка есть, детская площадка, там все замечательно, но мы не хотим ее содержать. Хотя у нас в условиях федеральной программы все предусмотрено, что должно быть участие граждан. На начальном этапе все соглашаются, когда это все происходит, вдруг выясняется, что мы не хотим содержать. Примечательно, что в прошлом году сократилось обращение граждан путем непосредственного посещения. Муниципальные власти связывают этот факт с успешным функционированием интернет-приемной, работой горячей линии. Так, в 2017 году всего в администрацию поступило 1796 обращений. Этих показателей не было бы, если бы не проводилась совместная работа. Если бы то, что у нас все исполнено на замечательную, отличную оценку 5 с плюсом, но этого нет. И даже на 5, наверное, я бы не признал, что она там все отлично. Есть проблемы, которые мы должны решать. Однако депутаты горсовета не смогли оценить итоги деятельности главы администрации Нарьян-Мара за 2017 год. Мнения голосующих разошлись. Депутатам было предложено проголосовать за 2 варианта решений. По первому варианту утвердить отчет и признать работу удовлетворительной только 6 народных избранников проголосовали за. 1 проголосовал против, а 7 воздержались. По решению отклонить отчет и признать работу неудовлетворительной положительно проголосовал только 1 человек. Против выступили 6 депутатов, 7 воздержались. В то время как для принятия решения необходимо набрать более половины голосов от установленного количества депутатов, то есть 8. Таким образом, депутатский корпус в 6-й раз не принял решение по итогам работы мэрии. Ольга Руслан, Леонид Шишилов, телеканал «Север».